Никогда не угадайте, куда мы сегодня с Ванессой приехали. Она, как обычно, опаздывает, но это не важно. Короче, аэростретчинг, вот эти вот гамаки, растяжка, будем пробовать. Станция метро Партизанская, Жилновище, дом 15. Вход вот здесь вот. Сейчас Ванессу разрежет пополам. Помогите. Просто монстры. Это очень тяжело, но я думаю, со временем можно научиться. Но мне тяжело, потому что я вообще деревянный, у меня никакой растяжки. Но мне нравится. До свидания. Правда, очень классно. Плюс есть тренер, который все рассказывает, подсказывает девочке, если я мне с головой села и на гамак залезла, то у вас 100% получится. Этот спорт, конечно, больше для девушек, но мне понравилось. Это очень тяжело и очень интересно. У меня до сих пор трусятся ноги по ценам. Смотрите, пробное занятие со скидкой 50% 7 рублей вместо 15, абонемент от 60 рублей. Поэтому ссылку по-моему оставляем, но я точно еще сюда приду. Мне реально понравилось.